гомеопатии? The sickness of the person can be understood through the totality of the symptoms. Болезнь человека можно определить по совокупности всех симптомов. Unfortunately, the symptoms are considered as diseases in the normal medicine. К сожалению, современная медицина принимает симптомы за болезнь. That is why there are so much medication. So there is medication for each problem, which is actually. И изобретает медикаменты для каждого отдельного симптома. So therefore, we have to understand that what is the symptom is the symptom is different from the disease. Мы должны понимать отличие болезни от симптома. The symptoms are produced by our own vital force. И понимать, что симптомы производятся нашей собственной жизненной силой. So the various types of pains and obstructions and all these are all symptoms. Всякие боли и там закупорки и прочее, это все симптомы, которые производит наша жизненная сила. So if you consider these various symptoms as diseases, then what happens is you have to select a medicine for each of these diseases. So many medicines are being dumped in the body. Да, а когда подобно современной медицине, если люди идут от симптомов, тогда на каждый симптом нужно придумать свой медикамент, и человека просто нагружают этими медикаментами. So our aim, according to homeopathy, is not to eliminate the symptom or not to fight with the symptom. Задача гомеопата никогда не является борьба с симптомами, и никогда не является его целью устранение симптома. The symptoms are never to be destroyed. That is most important. Самое главное, что нужно запомнить, это нельзя разрушать симптомы. Symptoms will disappear when the cause of disturbance is eliminated. Потому что симптомы исчезнут сами, когда причина заболевания будет устранена. Symptoms are produced by the vital force because if there are no symptoms produced by the vital force, we have no possibility of knowing what is happening in the inner consciousness. Симптомы, они производятся нашей жизненной силой как индикаторы, которые говорят нам о том, что внутри, с нашим внутренним существом что-то не в порядке. So if you eliminate the symptoms before you know what is happening, then what happens is you have no possibility of cure anymore. Но если мы будем плясать от симптомов и будем устранять один симптом за другим, то мы устраним эту индикационную систему индикации, и тогда мы не сумеем разобраться с причиной заболевания. Мы устраним индикаторы, so we have которые to... говорят о непорядке, и тогда мы никогда не поймем, в чем непорядок. We have two aspects. One is the person and another is the disease. У нас есть два аспекта. Человек, болезнь. The sick person. Больной человек. And then the disease. И болезнь. So you have to, your attention is should be towards the person, but not towards the disease. Наше внимание всегда должно быть направлено на человека, а не на болезнь. If you want to directly to deal with the disease, to cure the disease,
Если мы захотим напрямую обратиться к болезни и излечить ее, then it will be very difficult because the sickness is, the problem is in the person, and the person is to be cured. Это сделает нашу задачу трудной, потому что нашей задачей является излечение человека. So therefore, always it is said from what Hanuman from the beginning says that you have to treat the person, not the disease. Ганиман, основатель гомеопатии, с самого начала говорил о том, что мы должны лечить человека, мы не должны лечить болезнь. Because disease is some state. Потому что болезнью является просто некое состояние человека. But we have to take into consideration the constitution of the person. Мы должны и рассматривать именно конституцию человека. Disease is, as I told you, it is a distorted state. Как мы уже говорили, что болезнью является неправильное состояние действия. And the nature of distortion or nature of disturbance is, it can be understood only through the symptoms. И характер этого нарушения в действии жизненной силы, мы его можем понять только через симптомы, через совокупность симптомов. Generally what we consider is symptoms belong to disease, but disease is something which is not exist at all. In reality, something like a disease, it does not exist. Когда мы говорим о том, что когда мы относим симптомы к болезни, мы поступаем неправильно, потому что болезнь — это нечто, что не существует само по себе. Болезни на самом деле, болезни как отдельной сущности не существует. Поэтому симптомы не могут относиться к тому, что не существует. Because you see, this word itself is evident. Is в английском языке очень понятно становится вообще сущность того, что, чем является болезнь. Потому что в английском языке из двух частей состоит это слово болезнь. Dis – это отрицательная частица, а is – это легкость. То есть отсутствие легкости. В английском языке само слово болезнь, которое можно дословно перевести как отсутствие легкости, говорит о ее происхождении, о том, что она не существует отдельно. Это отсутствие легкости в человеке. So our attention is should always to be towards the person who is suffering. Поэтому нам нужно направлять свое внимание только на человека, который страдает. So for the homeopathic doctor, it is important how the person feels, what are the expressions of the person, and how the person feels, that is more important. Поэтому для гомеопатического доктора гораздо важнее то, что чувствует человек субъективно и как он себя выражает. Then the reports of the pathological investigations. Чем название его там диагнозов и результаты его анализа. So, we have to know more clearly about the vital force. Чтобы разобраться в этом вопросе более подробно, мы должны обратиться к тому, что представляет из себя жизненная сила. So the functions of the vital force is to sustain. Основной задачей жизненной силы, основным ее действием в нашей конституции, является поддержка существа and to protect the being. И защита существа. Имеется в виду человека, да. Поддержка его жизни и защита. So what we call
defense mechanism in us. То, что мы называем защитным механизмом в нас. That is when the vital force is in its normal natural functioning, that itself is the defense mechanism. Защитным механизмом является нормальное функционирование жизненной силы. Потому что когда она функционирует нормально, она является защитным механизмом нашей конституции. And another property of the vital force is. И еще одним свойством жизненной силы является tendency for restoration. Ее стремление, ее тенденция к самовосстановлению. Она все время стремится к самовосстановлению. We have a physical body, this which we know because it is perceptible. Мы знаем свое физическое тело, потому что оно осязаемое, мы его видим, чувствуем. But what is all manifested on the physical body is only the result of what happens on the vital body. Но все, что мы видим и чувствуем на уровне физического тела, это только результирующее того, что происходит на уровне тела энергии, на уровне нашей жизненной силы. So our vital body is constituted by the lines of force. Наше жизненное тело, оно является совокупностью силовых линий. So the vital body is very important for our existence. И это жизненное тело, оно очень важно для самого нашего существования. So any disturbance starts from the vital level, and without that you don't have a disturbance on the physical body. И никакой физический непорядок не начинается в физике, он всегда начинается именно с беспорядков в витальном теле, в жизненном теле, в теле жизненной силы. So the vital force, as I told you, it has its normal structure, normal functioning, and it always tries to maintain this normal functioning, and without which we will have no existence. Жизненная сила, жизненное тело наше, оно имеет свое урегулированное нормальное функционирование, и в нем всегда есть вот эта сила, которая пытается привести опять его, как бы оно ни выходило из состояния нормы, есть сила, которая всегда стремится вернуть ее в состояние нормального функционирования. So the vital force is not a material aspect, that is why it is not located at any particular part of our body. И нужно понимать, что жизненная сила, она не материальная, и поэтому у нее нет никакой локализации где-то у нас, в каком-то месте нашего тела. And the vital force is directed by our mind. Работа жизненной силы, она всегда направляется нашим умом. And mind is also not located anywhere in the body. И ум это нечто, что тоже не существует где-либо в нашем физическом теле. Generally, when we speak of mind, we think of our brain cells, but обычно, говоря об уме, люди подразумевают деятельность мозга, но brain is the seat of mind, the seat of manifestation of the mind, but it is not just mere location of the mind is spread, mind is floating, our body is floating, our physical body, actually, so to say, it is floating on the surface of the mind. Mind is everywhere. Да, но на самом деле понимание того, что ум находится вот где-то только в мозгу, это неправильное понимание.
ведическое понимание, это то, что наше физическое тело, оно плавает на поверхности ума, а ум находится везде. That is why all the sensations, you know. Поэтому все ощущения. All the sensations we feel that they are local. Которые мы ощущаем как локализованные где-то. Suppose, for example, if you have pain in the knee. Например, боль в коленке. Then we feel that it is a location for the pain, but pain is only a sensation. И мы думаем, что боль находится в колене, но это не так. Боль находится в нашем... Это только ощущение боли, которое относит ум к колену. То есть боль находится в нашем уме. So how can a sensation be localized in a particular part of the body? Боль – это только чувство. А чувство, как оно может находиться в какой-то части тела? So pain is felt by the mind. Это боль, она ее чувствует ум. То есть она принадлежит к уму. Just like, for example, you have a big industry or a factory, and you have a room where you have all the keyboard, and wherever there is a problem, then you can know where the problem is by looking at the keyboard. Это также at the board. Как на большой фабрике, например, у нас есть какой-то там штаб-квартира со всей этой аппаратурой. И что бы ни происходило там на всей большой фабрике, мы видим это вот на клавиатуре, на экране, который отражает деятельность всей фабрики. So if there is a pain in the knee and if you inject a medicine there to kill the pain, then what happens is the sensation is disconnected. И что происходит, когда мы, например, с нашим больным коленом делаем какую-то инъекцию для того, чтобы убрать боль? Происходит просто дисконнект, то есть разъединение источника какого-то беспорядка и ума, который сигнализирует об этом беспорядке болью. Therefore, temporarily you feel the pain disappear. И поэтому мы временно можем почувствовать, что боль исчезает, потому что произошло разъединение между источником и приемной станцией. So therefore, the vital force always tries to regain its normal functioning. А жизненная сила, она, как мы говорили, она все время старается восстановить свое нормальное функционирование, когда она нарушена. But from time to time the functioning of vital force is disturbed by some factors. Но иногда действие жизненной силы может быть нарушено какими-то факторами. And these factors are not just external. И эти факторы, они не только внешние. So the disturbance for the functioning of vital force can be from the level of mind. The disturbance for the functioning of the vital force, uh-huh, the factors of disturbance will be from the level of mind. Факторы нарушения работы жизненной силы, они тоже всегда идут от ума. So we have the internal level of consciousness, one is у нас есть внутренний уровень сознания, the vital level, the mental level. Внутренние уровни сознания — это жизненный уровень сознания, ментальный уровень сознания или уровень ума. And then you have the level of our will and understanding. И есть еще более тонкие и высокие уровни — это уровень воли и понимания, разум. So because all our actions are governed by our will and understanding. И все наши действия, они управляются нашей волей и пониманием.
So a distortion, cause of distortion, и причина беспорядка, it is always from the internal levels. Она всегда идет от внутренних слоев, от внутренних уровней. So whenever there is any disturbance in the functioning of vital force, когда бы не возникало нарушение нормальной работы жизненной силы, if that disturbance is allowed to continue for a long time, если мы позволяем этому продолжаться какое-то время, долгое время, then this leads to a dangerous condition for our existence. Тогда это приводит к опасному состоянию, ну, состоянию опасному для нашего существования. Therefore, поэтому the vital force always tries to gain the normal functioning. Когда бы она не вышла из нормального, из состояния нормального функционирования, она всегда имеет тенденцию к восстановлению нормального хода. Для того, чтобы не, вот эта ненормальность не продолжалась слишком долго и не поставила под угрозу нашу жизнь. When the vital force is normal functioning, then that is that the structure of this functioning of normal functioning of vital force is what is called health. На самом деле истинным здоровьем называется нормальное функционирование жизненной силы. We have to remember that it is a force. Мы должны помнить, что это именно сила. When there is a distortion, when there is a disturbance, then it takes a different structure. А когда у нас нарушение здоровья возникает, тогда эта сила начинает действовать по-другому. Just like, for example, например, when you are smiling and pleasant and когда нам хорошо, мы улыбаемся, and then suppose somebody who is a very wicked person or somebody какой-то who came and started to shout at you or scold you or doing something wrong with you, then there will be a change in your expression, your face. Тогда в нашем выражении будет изменение. Лицо у нас изменится. So before, a few minutes before, it is very pleasant, smiling and all the things. Несколько минут назад оно было улыбающимся, таким расслабленным. And then, after this disturbance, then you'll become like a tiger or like a lion. После этого мы разозлились, стали как тигры. So there is completely a different expression. И это будет совершенно полностью отличающееся выражение. So in the same manner, the vital force also will take a different expression. И точно так же действует и наша жизненная сила. То есть, когда все нормально, она идет там все правильно, правильными дорожками. Когда что-то ее выводит из себя, тогда она начинает совершенно другое, показывает другое функционирование. Ее лицо становится другим, ее выражение лица становится другим, меняет свою структуру. So this different expression of vital force is to be understood as disease. И вот это вот другое лицо жизненной силы, оно должно пониматься как болезнь. But that does not continue always. It again tries to come to normal. Не может продолжаться долго, потому что она будет иметь тенденцию вернуть нормальное, спокойное свое выражение. During this process. И в течение этого процесса. Of normalization. Нормализации. Its vital force produces. Эта жизненная сила как раз и производит. Certain indications. Определенные индикаторы. And those indications are called symptoms. Которые называются симптомы. То есть вот это изменение от болезненного состояния действия жизненной силы к здоровому, возврат к норме, в ходе этого процесса появляются симптомы. So the factors, certain factors, which cause the disturbance, this process of causing disturbance is what is called primary action. И вот этот вот процесс, когда нормальное действие жизненной силы чем-то что-то ему помешало, это называется первичным действием.
какой-то враждебный агент появился. And then the reaction of the vital force. А реакция жизненной силы на это первичное действие. Towards this primary action of the factors, disturbing factor. Фактора, будоражащего фактора. That reaction is called the secondary reaction. Эта реакция жизненной силы называется вторичным действием. То есть первичное действие — это действие самого будоражащего фактора. А вторичное действие – это действие, ответ жизненной силы на эту агрессию. So both these actions, the primary action and secondary action, are happening in our constitution. И первичное действие, и вторичное действие происходят внутри нашей конституции. So secondary action is produced by our own vital force. Вторичное действие производится с нашей собственной жизненной силой. And during this course of producing secondary action, it produces symptoms. И в ходе этого вторичного действия вырабатываются симптомы нашей же жизненной силы. Without secondary action, без вторичного действия, the vital force cannot gain normal state of functioning. Жизненная сила не способна вернуться к своему первоначальному нормальному существованию, нормальному функционированию. Без симптомов. Невозможно ее возвращение к норме. If there are no symptoms produced, we have no possibility of knowing what is happening inside. Потому что если бы эти симптомы не производились, тогда мы бы никогда не узнали, что происходит внутри, что внутри происходит какая-то война. But then, if you make this statement to the doctor of normal medicine, и тогда, если мы скажем это, заявим доктору современной медицины, then he will say we can make magnetic resonance. Тогда он скажет, image of magnetic resonance, we can make sound these things, image of magnetic resonance and also X-ray on this and all these you can, but all these things cannot give you what is the disturbance, what is happening inside the consciousness. It is only, they may explain you what is the structure, what is how it is structure of the brain cells or nerves and all these things, but on the level of energy, nothing can explain. И слабость современной медицины состоит в том, что когда мы к ним обращаемся, к обычной медицине, нас просят сдать анализы, сделать какие-то исследования, но они все имеют дело только с физическим телом. И что происходит на уровне жизненной силы, они никогда не дают картину эту. Мы никогда не поймем, что действительно происходит в нашей конституции. They may make electroencephalogram. Они могут сделать электроэнцефалограмму. That will show you how your brain cells are vibrating. И это покажет характер вибрации клеток нашего мозга. But when there are wrong vibrations, но когда мы видим нарушение в этой вибрации, what is the cause of these wrong vibrations? Мы не понимаем, почему они так неправильно вибрируют. It will only show you whether the vibrations are normal vibration or wrong vibration, but what is the cause of disturbance, it is not found. Все исследования показывают только последствия неправильного действия жизненной силы, но никогда не говорят о причине. So therefore, only through symptoms you can know what is happening in the deeper level of consciousness. И только симптомы нам могут дать понимание того, что происходит на глубоких слоях сознания и в чем причина болезни. Только через симптомы мы можем это понять. So therefore we have to give importance. Поэтому мы должны особое значение придавать to how to take these indicators, these symptoms.